Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снова с вами Вальдемарка. Короче, ребята, решил я снять видео по вашим просьбам. Уже мне пишут и в Инстаграме, что Вальдемар, когда будет видео. В принципе, ребята, снимать нечего, в принципе. Погода барахло, как вы знаете, ветер дует. Я уже знаю, что на даче там у нас у одного из наших соседей, ну, то, что там русак, который, да, у него дерево упало. Как оно упало, говорят, вроде бы упало, ну, хорошо упало, не повредило там ни будки, ничего. Но я тоже думал съездить туда и снять для вас, как это все это выглядит. А, ну, погоды нету, такой ветер. Смысла нету там камеру махать, потому что ветерок. Вот, и по-любому там надо деревья наши тоже все поспиливать, ребята. Это в общем, опасное дело такое, что вот, представьте, дальше вы будете там с ночевкой спать, и такой ураган будет. И дерево такой кирдык и накрыло вас, и хана. Поэтому по-любому-то надо их убирать. Никто за этим там не смотрит, потому что это как приват, да, там никому это нафиг не надо, она нам фермитовая, то есть мы это метуем, это место. А, я же говорю, я только один раз видел хозяина, и то даже, хозяин там женщина, а я видел, ее мужем приходил, да. Только один раз я его видел, с ним разговаривал, еще там насчет мусора ему говорил, что за херня такая, ну и так далее. Вот, по-любому там деревья надо убирать, такая погода, она просто невозможно. Ветер дует, сейчас смотрите, и есть и солнце есть, и уже дождик шел, непонятно. Но это ближе, конечно, к весне, погода все равно будет, ребята. Как говорится, надо думать это позитивно, и все будет нормально, все будет хорошо. Видео не снимается, потому что ничего не делается, я ничего не делаю. Так обычно, если я что-то делаю, тогда я снимаю, да, допустим, или куда-нибудь поеду. А так, в принципе, что с работы домой. Тем более, последняя неделя, прошлая неделя. У нас вообще людей мало было, у нас всего 3 человека. Так у нас положено 6-7 человек, да, у нас всего было 3. И надо было вкалывать, и вкалывать, и вкалывать. Мы и на час раньше, и на 2 часа раньше уже приходили на работу. Вот, а работу нужно сделать до конца, потому что... Как вы знаете, это у нас все-таки продукты питания. Если, значит, какие-то фирмы их заказывают, то их обязательно нужно все запаковать, и чтобы их погрузили, и отправили. Поэтому обязательно нужно до конца доработать. Если это не так, что, допустим, если там строишь, допустим, крышу, а бросил, дождь пошел, бросил, завтра буду доделывать. Нет, это все нужно доделывать. Хочешь, не хочешь, нужно вкалывать. Ну, еще, я думаю, что, наверное, наше поколение такое, или как мое поколение, да, моего возраста, мы маленько еще вальтанутые, наверное. Привычка у нас, что ли, еще осталась, наверное, Советского Союза. Как говорится, нам хлеба не треба, работу давай. Мы как дураки вкалываем. Не знаю, для чего. Я тоже так думал, нахера мне это все надо, да? Честно говорю, ребята, подумал, зачем мне это все нужно? Да, я работы не боюсь, но когда именно такая ситуация, людей нет, а ты вкалываешь, и потом потом... Раз что-то у тебя болит, у меня было даже плохо, там и врачу меня таскали. Я не хотел, шеф потащил меня. У меня так грудь болела, знаете, все жгло внутри. И он подумал, что-то, наверное, сердцем, не дай бог, сейчас я тут что-то сердцем требую, давай иди к врачу. Да не хочу, сейчас пройдет. Не знаю, что это было, ребята. Все там проверили, все это присоединялись, это прослушали, проверили, короче, все сказали, все нормально, это возможно, ведь у тебя может быть от шеи. Они, в принципе, не знали, что у меня операция на шее давала, то, что у меня достает имплантат стоит внутри. Они даже не знали. Это может быть где-то шея, еще у вас шея болит, там может быть это все это связано, хрен его знает. Ну как бы оно ни было, пытался. Хотел я поехать, значит, еще был в Бремен. Ну, Александр в ресторан, да? Я ему обещал, там хотел кое-что поснимать. А ну, я же говорю, я был такой уставший, такой был убитый, еще плюс то, что вот это вот к врачу еще ходил. И я просто-напросто, ребята, побоялся поехать один именно в Бремен. Ну, все-таки, знаете, когда один едет, да и в общем в дороге случится, да, зачем это надо? Зачем мне все это потом? Проблемы моей фамилии, моей семье, да, мало чем может случиться, поэтому я подумал, что лучше я никуда не поеду. Это Сашке позвонил, сказал, что я Саша не могу, в следующий раз поеду. Ну, поэтому я и думал, хоть там будет видео. Поэтому я говорю, ребята, видео не снимается, потому что я ничего не делаю. Прихожу с работы, все уже, ну, только выходит что-то тарахтелки, ну, может быть, тогда рассказывать, что как рабочий день, что ли, прошел, ну, кому это интересно? Так сейчас я, допустим, тоже тарахчу. Ну, потому что люди просили, Вальдемар, что-то когда там видео будет у тебя. Ну, надо хоть нарисоваться еще и живой, да?
Я же говорю, что это наше поколение, наверное, такое. Не то, что мы рвачи, нет, просто у нас, наверное, такое поколение. Мы вышли в Советский Союз, мы там и работали. У нас не было перерыва, чтобы мы там по полгода или по году не работали. Мы там работали, сюда приехали и тоже начали работать. А с другой стороны, я тоже думаю, зачем мне это все надо, да? Если так разобраться, ребята, смотрите, ну, дом уже, за дом уже мы рассчитались. Ну все, автомобиль, ну все есть. Ну что еще надо? Дети уже выросли, да, каждый уже. Не зависите ни от чем, сами все уже работают. Хоть, ну, в принципе, уже. Ну отдыхай, Вальдемарка, отдыхай, нахер она тебе нужна. А все равно, не знаю, все равно нужно идти на работу. А все теперь думаешь, вот до пенсии. А пенсия-то будет, ну хрен, да ни хрена. Там будет всего лишь, может быть, не 700 евро пенсия. Ну вот. Если я доработаю, ребята, еще мне 10 лет нужно вколовать, да? Если я доработаю, то будет всего лишь там 700. Я сказал 70, да? 700 евро, и евриков всего будет. Ну, это что это за пенсия такая? Ну, а еще не буду работать, еще меньше будет, да? Поэтому, ну, надо, наверное, не шевелиться. Просто нужно себя маленько как-то, наверное, контролировать. А у меня получается так, я подумал, все, сегодня буду делать медленно, потихоньку. А когда начинаешь работать, ребята, оно просто идет автоматически все. И ты опять входишь в свой ритм, который ты всегда работал. Начинаешь кидать. Тогда когда даже намного интереснее получается. Но, ну, возраст уже не тот, конечно, Поэтому беречь надо себя, ребят. Поэтому я вам тоже советую, берегите себя. Работа, конечно, никуда не денется от нас, а главное, чтобы здоровье, надо беречь себя маленько. Ну, как-то так, ребята. На этой неделе я еще в субботу мы поедем, значит, отрабатывать именно на, ну, у нас сообщество рыболовов, да, там нужно в год 6 часов отработать. Или платить 10 евро в час. То есть, представляете, 60 евро мне надо бы заплатить. Это в виде как штрафа. А вот. Ну, лучше мы поедем в Мэрхилле, так тоже у нас на работе один коллега, ну, местный немец. Мы с ним просто договорились, что давай лучше сейчас ездим, пока такая погода барахло, да, сынок, ты не на рыбалку, никуда не поедешь. А лучше отработать, чем потом летом, когда будет хорошая погода, и потом у тебя настроение не будет ехать, ну, отрабатывать. Да, лучше на выходные где-то там отдохнуть, поехать или на рыбалку. Вот мы так решили. Мы в том году, в принципе, так же делали. Тоже мы весной были. По-моему, весной, да? В апреле, наверное, мы были. А сейчас мы решили аж сейчас прямо съездить. Потому что он говорит, если нам повезет, если будет дождик, то, может быть, нам не надо будет 6 часов работать. Ну, ведь они ушли. Ну, так и... Вот такие, ребята, пироги. Вот просто решил с вами поговорить, рассказать, что да как, что да почему. Короче, ребятки, на этом вот все. Просто короткое такое видео потарахтел с вами. Потому что ребята просят, чтобы Вальдемар фильм снимал. Мы надеемся, через пару месяцев будет потеплее, значит, будем на даче с чем-нибудь ковыряться, да, мне же надо же все, уже и печку делать для казана, а просто, я говорю, времени не получается, в магазине ее покупать, я смотрю, ребята, она 100 евро стоит, сдурить можно, и эти 100 евро я куплю, поставлю, у меня там на даче украдут, надо самому делать, это нужен сварочный аппарат, или кого-нибудь просить надо, чтобы кто-нибудь мне варил. Ну, чем я придумаю, ребят, по-любому, чем я придумаю. Все, ребята, на этом будет все. Берегите себя. Ну, я нафиг эту работу. Не, ребята, работать все равно надо. Просто как в моей ситуации, в принципе, мне уже работать нахер не нужна. Все уже, в принципе, за все рассчитались. Ну, как-то так, наверное. Но все равно я работаю, ребята, буду. И просто так слова. Я сам прекрасно понимаю, что нужно как-то себя беречь и так далее. Но работать все равно надо, по-любому. Шевелиться надо как-то, наверное. Если я бы зарабатывал на Ютубе, допустим, до хера, тогда ну я нахер работу мою. Все, ребята, всем хорошего настроения, будьте позитивными и не забывайте про свой возраст. Просто, ребята, бывает, что ты забываешь про свой возраст, а когда с тобой что-то случается, что ты заболел, а потом вспоминаешь, елки-палки, ты уже старый же, а вкалываешь как молодой. Поэтому, ребята, не забывайте про свой возраст, берегите себя, берегите свое здоровье. Все, покедово. Ставим лайки, балалайки и как-то так, ребятки, наверное. Все, Вальдемар заезжает в гараж. И все. Чуси. Ребятки, не хватило 50 секунд, чтобы у меня видео было 10 минут. И так как, если видео 10 минут, то я могу там 3 рекламы влепить. Поэтому, ребятки, вот снимаю еще пару секунд, чтобы влепить 3 рекламы, которые вы не смотрите. Ну, как-то так, ребятки. А кому сейчас легко, ребята? Все, сейчас я видео монтирую, и сейчас я буду вставлять. Ну, надеюсь, сегодня я его уже и выставлю. Все, ребята, всем вам всего хорошего, покедова. Ставим лайки, балалайки, не забывайте. Я надеюсь, уже эти пару секунд уже снялось.
которые мне нужны. Вот такая поводка, ребята, видите? Вот бы и небо чистое, и дождь шел, и солнце было. Хрен поймешь, что за погода. Все, ребятки, покедова.